Всем доброе утро. Сегодня 20 января, конец рабочей недели. Сегодня пятница, друзья, на часах 8 часов 22 минуты. И сегодня в студии мы придумали новый праздник. Сегодня мы отмечаем День бабушки. И мы сегодня не одни в студии, к нам присоединилась наша гостья, имиджмейкер Елена Бер. Доброе утро, Елена. Доброе утро. Доброе утро. Елена, и... в тему, можно я сразу вопрос задам? Пополните наш словарь бабушкиных слов. Вот какое-то слово, которое вам говорила именно ваша бабушка. Моя бабушка любила слово фельдеперстовый. Фельдеперстовый, замечательное слово. Не надо объяснять, что оно значит, мы его все знаем, но слово потрясающее. И пока Степан у нас пишет, Елена, скажите, пожалуйста, возможно ли без пластик, без всяких подтяжек, с помощью одежды сделать фигуры немножечко стройнее, моложе? Возможно или нет? И как? Конечно, возможно. То есть это работа имиджмейкера, конечно, но и каждая женщина тоже может это сделать, особенно если она в возрасте, когда у нее 7 пятниц на неделю уже. То есть, можно сказать, девиз пожилого возраста — время есть. У них есть время. Совет на все. Вот как, да? Совет — это около лица носить более светлые, яркие цвета. Да. Это молодит. На фигуру могут скрасть лишние объемы, матовые, темные ткани. Но у лица их не нужно носить. Кроме того, нужно обязательно делать макияж омолаживающий, носить бижутерию, украшения. То есть относиться просто вот к себе как к произведению искусства. Вот это, мне кажется, самый главный совет на все возраста. Относиться к себе как к произведению искусства. Это классно. Ты знаешь, про бабушек мы говорили, а давайте еще и поговорим про внуков. У нас есть люди, которые зачастую работают в офисе, и что вы можете предложить альтернативу? Ну, офисный белый стиль — верх, это черный низ. Как можно раскрасить? Можно? Ну, на самом деле, есть такой список из 20 вещей, которые должны быть у деловой женщины, и туда входит не только белый верх, черный низ, а, допустим, один базовый костюм очень хорошего качества, юбка, брюки, жакет, три блузки, один яркий костюм, три платья и так далее, кардиганы и прочее. Если нет определенного дресс-кода, то как не перейти эту грань? То есть вот не приходить в кислотных каких-то цветах, правильно? Да, вот есть какие-то золотые офисные правила, да? Вот. Ну, конечно, есть такие правила, например, нужно обязательно носить там колготки или чулки, нужно обязательно все-таки соответствовать какому-то дресс-коду, принятому в этой организации, нужно знать психологию цвета, то есть, например, как бы мы отнеслись к судье в оранжевой мантии или к летчику в розовом костюме. А также сочетание этих цветов, правильно? Да, сочетание действительно тоже имеет значение. Я чувствую себя сейчас обиженным. Вот вы говорите о женской моде, Но есть же еще и мужская мода. Как нам быть? Вот чем заменить брюки, джинсы и рубаху? Ну, деловой стиль — это костюм. И, конечно, мужчина всегда выглядит великолепно в костюме. То есть поэтому мы обычно разбираем деловой дресс-код женщин с их кофточками, там, трикотажем нарядным и так далее. А мужчина, если он надел рубашку, галстук и костюм, все, он уже великолепен. Ну, хочется же тоже себя разнообразить. Ну, можно ли яркие галстуки, я не знаю, джинсы и классический пиджак? Да, сейчас есть такой дресс-код, бизнес-кэжуал, он называется, или смарт-кэжуал. То есть это действительно сочетание каких-то спортивно непринужденных вещей, таких как джинсы, с классическими, такими как пиджак, блейзер и так далее. Чтобы можно было и на работу, и потом на вечеринку сразу. Да, вот смотри, Степан, у меня тоже как раз этот вопрос. Сегодня пятница, и наверняка многие куда-то собираются сходить и погулять. А что делать, если времени между работой и как раз этим походом отдыхом совершенно нет, да? Как можно одеться с утра, чтобы выглядеть вечером? Быть в тренде. Что добавить, может быть, какой-то аксессуар или что? Подскажите, конечно, Елена. Всегда можно взять с собой бижутерию, красивые шелковые платки и духи, и к вечеру вы будете уже выглядеть великолепно, потому что классический стиль, он легко превращается в вечерний нарядный стиль с помощью аксессуаров и духов, например. И вот как вы сказали, относиться к себе как к произведению искусства. И возвращаясь к бабушкам, тоже хочется сказать один слоган. Да, возраста нет, есть искусство жить. Это слоган антикварной фирмы, но нужно просто относиться к себе не как к какой-то старой сломанной вещи, понимаете, а как к дорогой антикварной вазе там, или часам. И вот мы часто ездим в Италию с клиентками,
и видим итальянских бабушек, это просто произведение искусства. То есть они как будто ждут этого времени, чтобы начать ухаживать за собой. А как же, я все на свою тему, на мужскую моду. Вот сегодня пятница, конец рабочей недели. Если у меня в офисе дресс-код в пятницу, я могу его нарушить? Если, да, позволяет организация пятничный дресс-код, то, конечно, но там тоже прописаны какие-то определенные свои правила. Да. Спасибо вам огромное. Что ж, мы сегодня в студии слушали советы от имиджмейкера Елены Бер. Вам огромное спасибо.